Здравствуйте, мои маленькие любители PUBG, Call of Duty и других компьютерных игр. Решил для вас показать пример, что такое настоящий голографический прицел и китайский коллиматорный прицел, который в видео вы все почему-то посчитали голографом. В этом китайском коллиматорном прицеле марка прицельная формируется, вот она, точка, которую я пристреливал, формируется путем отражения. Тут находится лазер, он проецируется на зеркальце, с зеркальца на переднее стекло. И таким образом мы видим вот эту вот точку, которую нужно пристрелить. А в голографическом прицеле, помимо того, что он стоит под 100 тысяч где-то, в отличие от коллиматорного, за 3-4 тысячи, прицельная марка формируется в пространстве, то есть нету никаких отражений. И вот вам пример. С обратной стороны противник вас не увидит, а на коллиматорном прицеле вы будете видны. И это как минимум, чем отличается коллиматорный китайский прицел от голографического настоящего прицела.